Ежегодно проводится конкурс ТОП-100 Института управления экономики и финансов Казанского университета. А в этом году в рамках данного конкурса проводится и кейс-чемпионат Кубок эконома 2018 «Будущие профессионалы». Главная проблема студентов, которые не могут трудоустроиться, это отсутствие опыта работы. И в рамках кейс-чемпионата мы показываем, что наши студенты, они подготовлены со всех сторон, и у них есть этот опыт работы. Но участники сложности не испугались. Здесь они повышают свои профессиональные личностные навыки. Мы всего лишь студенты, но нам предстоит, так сказать, предложить новые стратегии для целой компании. В этом, наверное, основная сложность. Мы должны были сделать бизнес-процессы за 90 дней, обосновать все риски и возможные упущения компании и сделать свои предположения, как можно это улучшить. Изначально в конкурсе приняли участие более 35 команд, это более 150 участников, но финал прошли только 10 команд. Именно им выпала возможность защитить свои решения перед представителями крупнейших региональных и международных компаний. Нам нужны люди, которые нестандартно мыслят, которые могут что-то поменять вот в сложившемся порядке дел. У нас есть входные там тесты, собеседования, да, наилучший процент показывают именно выпускники и там студенты старших курсов КФУ. Я думаю, что из этих ребят получится очень хорошие предприниматели в будущем, и мы заинтересованы в их развитии. В рамках кейс-чемпионата студенты Института управления экономики и финансов смогли проявить и зарекомендовать себя перед менеджерами ведущих компаний и правительственных учреждений Республики Татарстан. Победителей ждет главная награда – стажировка в ведущих компаниях. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.